Коммунисты не будут участвовать в выборах мэра Омска. Представитель КПРФ Виктор Жарков, как он заявил сам, принципиально не принес в горсовет необходимые документы. В итоге комиссия его не зарегистрировала в качестве кандидата. 10 апреля выборная комиссия рассмотрела заявки еще 8 претендентов на должность градоначальника, которые в срок не предоставили необходимые справки. Так, кандидат от КПРФ не стал предоставлять справку об отсутствии судимости, состоянии здоровья и собственную программу развития города. Политик заявил, что этих документов нет в 67-м федеральном законе об основах организации местного самоуправления. За отказ в регистрации в итоге проголосовали 11 из 12 членов комиссии. Виктор Жарков заявил, что будут обжаловать это решение в суде. Завтра мы подаем иск в первой инстанции, это областной суд. В зависимости от решения областного суда мы двигаемся дальше. Либо Верховный суд и Конституционный суд. То, что мы будем эти пункты оспаривать, это однозначно. Комиссия это, ну, она, в принципе, правильно эти пункты признает, потому что у них есть решение городского совета. Поэтому мы будем сегодня оспаривать не так, как действие комиссии, а все-таки как постановление городского совета. В итоге к собеседованию будут допущены 17 кандидатов на должность мэра Омска. Пройдет оно 14 апреля, а 19 апреля депутаты горсовета выберут нового градоначальника.